Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловила», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется велосипедная вилка от торговой марки «Рокшок». Модель называется «Рэба». Является эта вилка она для горного велосипеда с размером колеса 26 дюймов. Модель называется «Рэба». В аббревиатуре самой вилки указана следующая информация. АМ, ФС, РЭБА, АЛ, РЛ, 26Q, это имеется в виду размер колеса, СА, 100 это ход самой вилки. Ну и дальше Black, имеется в виду, что она черного цвета. В комплектации она продается в такой упаковке. Упаковки к вилке самой предоставляется также, как мы видим, ромашка, часть ромашки и ремкомплект, набор для первого ТО. Это и сальники, и пыльники, все, что необходимо для того, чтобы обслуживать без проблем вилку от торговой марки RockShox. Вилка Rebel. Это идет в комплекте с самой вилкой. Ну а более детально хочется показать следующее. Вилочка идет в надежной упаковке из хорошего картона, что приятно, потому что она надежно хранится. То есть вот вилочка сама по себе. У нее алюминиевый шток, горилла алюминиевая, ноги алюминиевые и также легкие штаны. Эта вилка имеет много регулировок. С одной стороны сверху идет компрессия, которая позволяет определенным положении увеличить или уменьшить жесткость самого хода, самой вилки, что легко позволяет это делать под вес, подстроить под вес велосипедиста. Или минимальный получается, или максимум компрессии, или чтобы максимально легко ходила вилочка. Тут с другой стороны есть воздушная камера, которая накачивается в воздух. Потом в связи с этим можно регулировать вилку под вес велосипедиста. Вы накачиваете сюда воздух, у вас определенная жесткость вилки от этого появляется. И жесткость вилки регулируется при помощи того, при помощи вот этого резиновой резинки. Также есть информация о том, какое давление должно быть под ваш вес. Это все написано в вилке. Также на вилке написана информация Solar, то что с одной стороны воздушная камера, 100 мм вход и модель RL. Это одна из топовых, но не самая топовая. С другой стороны написано размер колеса 26 дюймов, 9 мм это толщина самой ноги, ну и все ясно всем, что за вилка. У вилки также есть снизу возможность регулировать отскок. Называется это Revo Recovery. То есть здесь есть возможность регулировать степень отскока при помощи рычага. Рычаг сам из алюминия, что вызывает уважение к производителю торговой марки RockShox. Рычаг сам по себе вращается щелчками. Каждый щелчок дает определение, дает возможность определить, насколько вы увеличили, уменьшили степень отскока. Эти щелчки чувствительны, когда мы вращаем. То есть механизм надежный, четко регулируемый, опять же вызывает уважение от торговой марки RockShox. Если вас заинтересовала данная легкая вилка, обращайтесь в наш киевский спортивный магазин. Данная вилка, повторюсь, под эксцентрик, дисковые тормоза, размер колеса 26 дюймов и, естественно, это нагорный велосипед. Если мы будем брать во внимание легкость вилки, то всегда стоит определять по цифрам. Если мы посмотрим, сколько вилочка весит, то вот вам вес данной вилки. Это довольно-таки оптимальный вариант для улучшения велосипеда. Если вас заинтересовала вилка Рэба от торговой марки RockShox, можете обращаться в наш киевский спортивный магазин. Если вам понравился наш видеообзор, подписывайтесь. Постоянным клиентам гарантируем скидки. До скорых!